Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, с вами Вредный Енот. Мы продолжаем играть в игрушку The God... Нет, просто God of War. И Синдриот внезапно говорит, у меня к вам небольшая Помните просьба. Помните кинжал, который вы мне дали? Ну? Кинжал из спины разбойника? Ну? Которого убил родной сын? Ну? Да, конечно, я помню. Он был у разбойников, которые засели в крепости Нортри. Бьюсь об заклад, что именно туда они отнесли добычу из склада Фафнера. Вместе с тем камнем, который мне нужен. Чтобы помочь вам. Да, конечно. Пойдем. Так, и что, и куда это мне надо? Крепость Фафнера, да? И где-то у нас... Погоди, дай-ка соображу. Вылетело. Вылетело. Так, подождите секунду. У нас цель-то осталась же, да? Так, думаю. Да, вот. Во-первых, я слежу, что только сюда. А в смысле? А где? Алло? А где она, в смысле, погоди? А, вон. А, ну, в принципе, давай через Анатомию Надежды пройдем. Чего нет-то, посмотрим. Что там есть? А потом сюда. Хренаки в дамках. Нормально все. План хороший. Так, куда я могу телепортироваться для начала? Что-нибудь поближе. Так. Никуда я не... Не, вообще-то могу. Ну нет. Мне проще доплыть, потому что сейчас пока-то вот сюда грузится, пока туда-сюда. Проще реально добежать до лодки и доплыть, потому что нам один фиг путь примерно одинаково, а вот загрузку ждать, ну смысла нету, пока там дверь появится. Опа, воробей слышал. Чайку и воробей. Воробей и чайка. Да ладно, показалось, что ли, не верю. Не, погоди. Слышу. Сейчас. А чё, к краю-то подойди, нет? А где он? Так, где-то слышу его. Слышу, но не вижу. А, так... Держи! Сидит, блин. Важный, как курица. Поехали. Слушай, так мы так всех этих воробьев водина перебьем. Чего уж мелочиться-то? Так, давай сюда. Погнали в крепость. Да, заодно там какое-то здание у нас было. Заодно пробную, если там какую-нибудь. Нет, недолгое. Она просто по пути, почему? Ну, там так-то, если разобраться, по пути целых три задания. Ну посмотрим. Хотя бы одно. Мимик, как ты оказался в этих краях? В жизни каждого бывает момент, когда он меняет имя и идет на север, чтобы начать все заново. Если прожить достаточно долго, можно уйти очень далеко на север и оказаться здесь. К моменту нашего знакомства я уже знал о репутации Одина и решил сразу продемонстрировать ему то, что он точно оценит. Таинственный колодец знаний. Да, конечно, я смотрю, оценил. То есть обычный колодец и хорошую порцию таинственных грибов, чтобы Бог увидел все, что надо. Он был очень впечатлен. Не знаю, что он... Так, погоди, Мимир, погоди. А, ну да, нам куда? Увидел, раз попытался вырвать себе глаза, но я успел помешать ему. Куда потом? Позже я убедил его, что это была его жертва ради обретения высшей формы видения. Ну и все такое прочее. Нет, погоди, мы сейчас сюда плывем. Я думал, что он поверил. Так орет громко. Потом он забрал глаз у меня, и я понял, что его не проведешь. Он знал, что я его обхитрил, счел это уроком и взял меня на работу, чтобы я был на его стороне. И долгое время так и было, но он все равно затаил на меня злобу. Там, короче, кто-то это панику наводит. Окей, как бы мне то причали? О, слышь? Я прям туда хочу. Какой-то большой, сильный, страшный. Хочу морду набить ему. Ревет, смотри, рычи. Как мне сюда причалить, алё? О, вот это в тему. Собери-ка. Да там, походу, такой же этот. Как будто целый город под водой. Как хомячок, блин, Андрюхи. Как назывался? Я забыл. Здесь можно высадиться. Где? А, вот она. Пойдем высаживаться. Мы сейчас опять
Все пропустим. То есть делаем все, что угодно, кроме самого главного. Так, что у меня по хп? Я полный. По ярости я пустой. Здорово! Давай драться! Там еще несколько. А, нет, это не несколько, это честно. Спокойно, спокойно. Спокойно. Так, ну-ка подожди. Ну вот. Да у меня, смотри, сразу потом слетел только от одного удара. Че тут смеяться-то? Тут и недоразумение. Ну-ка на. Давай. Поехали кататься. Я-то думал, тут развлекусь, а тут-то так что-то. Недоразумение какое-то. Давай добивать его. Ну даже им убить-то некуда, на самом деле. Всех перебили. А я только зашел. Погоди. Да погоди, Коля, ну-ка. Ох ты, падла. Вот, давай-ка. Давай, добиваем. А я что-то не помню таких у него, блин, приколюк, что вот так меня брал, держи это, швырял. Держи. Еще. Сама жить можно. Так. Что ты мне оставил? Ну так-то, конечно, всякую фигню. Ну да ладно, хоть ты понравился. Ну-ка, Дрюха, а если вот сюда жахнешь, что будет? Ничего не будет, понял? Не, ну мало ли. Проверить-то надо было. Так, а вот это давай, это у нас есть. Я уже забыл, как не пользоваться. Серьезно. Так. Мы просто так часто встречали, что... А, всего две... Ой. Во, нормально, чемодан. Давай, давай. Так, есть контакт, пойдем. Погоди, все что ли? А что так мало-то? Что-то не прям совсем скромненько. Это нам туда, это нам. Ну-ка, друг, жахни. Ага, понял. Ага, понял. А, ну да, я туда и не могу, в принципе, все, я понял. Так, Андрюха, ну-ка, жахни. Ага, пока не в тему, хорошо. Ну-ка, давай туда жахни. Ага, тоже пока не в тему. А чё, в смысле, подожди, а как мне открывать-то? Шурническая хрень. Либо тут по всему этому. Острову этого раскидано, ну ладно. Допустим, предположим, пойдем посмотрим. Ага. Блин, сейчас драться будем, да? Сначала сделаем вот так. Ну давай, что такое? Кто-то вылез, да, я понял. Ох! Слушай, по-моему... С топором они это лучше валились, вот эти вот. Но это не точно. Да, по-моему, эти быстрее убили, чем этим кинжалами. Так, все, давай, мусуем. Нормально. А кто еще? Все? Смотри у меня. Иду я тут, понимаете ли, по пляжу гуляю. Финишку выгуливаю. Вылез. Сейчас смотри, еще повылазят. Давайте сейчас все соберем, потом это, потом будем выгребать. Но как-то огребать, ничего не получив заранее, это как-то, это стрёмно. Это грустно. Так, сюда. И все что ли? А подраться? Ну это да, конечно. Конечно, нет, не, ну это приятно, приятно, ну блин. А подраться? Андрюха, ну-ка давай. Почему ничего не произошло? Понял. Так, Андрюха, ну-ка давай-ка еще раз. Так, это поднимается? А, это поднимается. И куда мне это? Секундочку.
Это включено. И вот сейчас вообще непонятно. А куда мне его открыть-то? Подожди, секунду. А его некуда. Ну давай там посмотрим. Потому что там что-то получится. Сейчас как бы и идти-то особо некуда. И вот эту штуку втыкать-то, в принципе-то, некуда. Я же с ней бегаю, занимаюсь. Ну да. Ладно, иди нам есть куда. Втыкать-то куда? Ладно, сейчас разберемся. Ну-ка сюда. Просто мы с ней не можем ни залезть, ни перепрыгнуть, ничего не можем делать. Поэтому давай-ка это пока бросим, ну ее нафиг. Пойдем посмотрим. Так, а чё? Так, предположим. Ага, я понял. И соответственно нам нужно ее воткнуть будет вот куда-то вот сюда. Держи тоже. А слушай, подожди, ты где? Ты чё? Да нормально. Да я знаю, слушай. Спасибо, Кэп. Да вы чё падаете-то все? А, вот сюда и надо, вот тут я понял. Так, попутал вот этого снесём. Так, раз. Я даже понял, как это нести. То есть это нам ее еще надо поднять, там обойти. Ё-моё, тут под... Ё-моё. На. Система ниппель. Андрюха, вот ты вот фигню страдаешь, хоть бы поднял бы, хоть бы бати помог. Ну, говорит, донес это вот, я не знаю, что это, кристалл это, куда-нибудь там, куда нам нужно. Ну, там подумал бы, разобрался бы, подсказал. Сидит, блин, вернее, ходит, прыгает. На бате на шею сел, и все, батя, давай меня вози. Вообще нормально устроился. Спина грыз хренов. Так, да, это вот мы открыли, идем сюда. Хотя я не понимаю логику, вот тут я логику не понимаю. Почему Кратос не может просто взять, подкинуть, или там с ним прыгнуть? Он прыгает-то, ебана мать, кузнечик отдыхает. Блоха рядом не стоял, как он прыгает. А все прибедняется. Он что, ну Журж, рассказал все, что он там бог и так далее. Ну что скрывать-то? Так, Андрюх, ну-ка жахни. Нормально. Молодец. Возьми с полки пирожок. Только сначала приготовь его. Вот пирожков-то нету. А в смысле ты откуда прилетел-то, алё? Ладно, опять упали. Ладно, ладно, я услышал. Падут, как это. А, так, вот это надо это скинь. Да не-не-не, не слазь, ты просто скинь. Нормально. Так, ну смотри, у нас получается одну мы сбили, а какую, кстати? Последнюю. Да ладно. Одну мы сбили. А, уже есть, всё не вижу. Все хорошо. Это берем. Это ломаем так. Чисто на всякий случай по приколу. Ну, а мало ли что. А она не сломана. Так, это вот сюда. А где сто... А, вот. Так, погоди, это вторая тут. Так, это... А, ну ладно, давай. Вниз, давай, откроем. Сначала откроем, потом нормально, потом пойдем. Да опять какой-то проход куда-то. Типа срезать. Кто, блин, это все сделал? Кто это все взял, закрывал? Зачем ему это надо было? Да, все, это чтобы по это, пошустрее. Хорошо. В арене нам одна печать осталась. Только я не понимаю, зачем мы сюда пришли? А, да. Там шарал. Я-то думал, тут какой-то мощный хищник, думал, дракон там какой-нибудь. А тут это, блин, чебурашка это, блин, одноглазая или какая-то. Ну, глаза она. А чё я не ору? О-о-о, это опять вы, да? Ну давай вот так, прошибать будем. Вот это хорошо было. Вот это прям зашло. А вот это прям промазал. Да ёшки ты что? На.
Огонь. Все, не сомневайся. Так, пацаны, а вы что еще, живые? Ну вот, другое дело. Да я заметил. Не слепой. По идее, смотри, вот всего две атаки, и плевать я хотел на их год. Ах ты падла, ах ты падла. Стоит за спиной напуливает, ты прикинь, да? Че, все? Вроде да. Ну-ка, Андрюха. Молодец. А где последняя печать-то? Алло. Я единственное надеюсь, что наверху, кроме последней печати, что-то будет еще. Потому что, ну я не знаю, иначе это будет обидно. Значит, на кой черт спрашивается? Я тут столько бегал, прыгал и так далее. Просто ради того, чтобы открыть. Чего? Что это? Где это было? Когда я тут залез. А, вот, там, смотри, там сундук. Там реальный сундук нормально, устраивает. Так, так, погоди, а печать-то где? Сейчас по всему острову замучусь бегать. Так, для начала давай вот это откроем. Затем, нам нужно где-то кристалл стырить. Стоять направо, я посмотрел уже. Чё это за белка? Вредная белка. Я смотрю рисунок белки. Рунный призыв, вызов призрачной белки. Рататоска, выкапывающий расходы. А это куда я должен поставить ее? Как мне ее активировать? Так а чё, так давай, подожди. И выбрать. Ну-ка, погоди, белка, стой. А, чё, да, чёми розовее, хорошо. Белка. Рататоскар! Давай, Рататоскар! Да ладно! Само пройдет. Ха, нифига ты, смотри! Да я эту белку, блин, я не знаю, тут это... Орехами завалю. Ты прикинь? Взяла, просто нырнула. И ништяки это, вытащил нормально. Как хомяк. Только круче. Ха-ха, корову. Не, серьезно, а... Андрюха, ну-ка. Что произошло? Это открылось, нет? Нет. А, погоди, а как я что куда-сюда притащу, не понял. Так, убери топор. То есть... А, погоди-ка. У нас же что-то вот с этим вот было, нет? Нет. Я вообще думал, что мы отсюда отколупывали этот камушек. Так, это скид. Но не слазь. Погоди, нам еще один нужен этот. А, вот на камень пойдет. Все, нашел. А нам нужны, во-первых, камни, во-вторых, нам нужно последний этот, печать найти последнюю. Но думаю, сейчас, в принципе, она, наверное, за камнем. Конечно, ага. Она, наверное, за камнем-то и есть. Он не перепрыгнет просто с ним. Где мне найти жар? Последний вот этот, что там, пламя, пламя. Я хочу все-таки клинки-то до 5 уровня улучшить. Кстати, а может он реально вот этот точильный камень, так если мы найдем, он нам как раз заточит их там до 5 уровня. Это было бы логично, потому что иначе точильный камень для чего он нужен? Для того, чтобы точить оружие. У нас оружие как раз клинки, 4 левела. Нужно до 5, а дальше уже 6 и так далее, это, видимо, валькирии валить, так понимаю. Так, Андрюха, жахни. Чего? А. А что произошло-то? Подожди. А! Так, что, драться будем? Нет? Будем! Услышал. Нифига ты дерзкий, слышь. Вылез щитом, 8 левел. Нана, подожди, подожди, пацаны. Так дела не делаются. Дела делаются вот так. И вот так, смотри. Вот, а потом уже добиваем. Чисто по приколу. Сразу смотри. Сколько? 4 ульты прогнал их. Давай. Чё, я не успел, что ли? Ну? А бассейн-то где? А, ну и всё.
Но мне их выделываться было. Это, Андрюха! А, о! Да ладно! Ты прикинь! Он выжил! Я думал, он упал с концами! Это во-первых, который отхватил. Андрюха, как запусти это? Да, ростовка. А, слушай, это белка говорящая? Нормальная белка, отвечаю. Ты прикинь, она еще этот предъявы кидает. Не, ну реально, как вы вообще видео справляетесь? Смотри, сейчас бой был, и хпшек мало. Да что такое? Вот так. Хпшек мало осталось. Запустили белку дерзкую. А, да, вредная. Вредная белка. Смотрите, какое глубокое название. Как они точно подчеркнули-то? Я добыл нам хпшки. Подожди, я просто несколько в другом. Совсем чуть-чуть другом. Я не могу восстановить печатники, а так все ничего. Сюда не полезу. Это самый-самый низ, да, мы уже спустимся. Да, самый низ к лодке. Не вариант пока. А, ты так топаешь. Я-то думал, это, блин, это. А почему у нас тут световой меч шумит, как, я не знаю, как деревянный. Так. Это чтобы вот это включить, я понял. Я понял. Давай сюда. А где найти печать? Тут мы вроде как печать сбили же, да? Вот тут на углу она была. Все правильно помню. А еще одна. Так, а, блин, вроде и внимательно смотришь, ну столько всяких таких мелких деталей и так далее, что как бы она несколько не по глазам может оказаться. Давай сюда. Ну, блин, я не вижу, слушай. А как-то, конечно, надо бы ее, надо бы. Давай тут внимательно посмотрим. Ну хотя, чисто по логике, ну-ка, они там открылись-то как? По порядку же, да? Ну да. А, не, первая R была, потом N. Нет, тогда не совсем. Тогда получается, я думал, что она там где-то выше должна быть. У того сундука. Нет, тогда далеко не факт. Ну ты не надо, шумы какие-то идут. Ну, по-моему, они, как бы, это, не сюда. Так, хорошо. Это забери, это вот сюда. Опа, еще одну искру нашел. Или кто, не искра, а роса, роса. Так. Тут тоже... Тут что, столько, оказывается, этих ведер висит. Ну, как бы нам не нужны совершенно, но так. Так уж. Да не, серьезно, где она может быть еще? Давай сейчас еще разик пробежимся. Если нет, то пойдем, потому что... Ну, на это тратить время как-то, я считаю, не камильфо. Давай сюда. И нифига. Так, это заблокировано уже, все, я понял. Тут ничего, ничего. Так, вот мы пробежались. Да, мне кажется, это где-то наверху должно быть. Потому что, ну так, чисто по логике. Там мы нашли N. Значит, должно быть где-то чуть-чуть подальше. Но они все равно, наверное, как-то равномерно должны располагаться, если мы уже таким линейным путем идем. Я же прав? Прав я, куда денусь? Ну, ведер куча. Тут что у нас? Ничего. Опа.
Так, пошли тогда внимательно вообще смотрите. Прям внимательно-внимательно. Ну уже больше нигде. Ну давай ведро собьем, чего уж там. Раз уж пришли. Отлично. Тут. А, не показалось. Я-то уж обрадовался, ага, сейчас. Рано радовался. Не, так неинтересно, подожди, ну серьезно. Где последняя? Зачем мы вот эти зажигали? Это понятно. А это для чего включены? А, там вот это появляется, я понял. Но она как бы не нужна. Да ладно. Пошли там еще сейчас. Оттуда пройдем сюда, посмотрим. Так. Да нет, Кутабан, ее тут вообще никогда не было, я серьезно заявляю. Прям авторитетно. По-любому тут никогда ничего такого не было. Последней печати. Это все выдумки. А, вот, ну-ка, давай-ка с высоты посмотрим. Что я не знаю. Ладно, погнали. Нет, значит, нет. Невелика потеря, на самом деле, где-то на спуску там был. Но я, кажется, увидел. А, не. Это держатель кристалла. Я думал, за кристаллом разместили. Не, нифига. Ну, давай сюда, что теперь? Ну, нету. Ну, просто нету. А что, еще там как-то... Ой. Я тоже думал, все, нет, что надо спускаться. Так, тут мы все брали, это взяли, все взяли. Все. Ладно, погнали. Все, короче, искать больше не буду, ну его нафиг, надоело. Я вот эти вообще печати, с одной стороны, люблю, с другой стороны, ненавижу. Потому что их хрен найдешь. Но обычно за ним чуть прикольное скрывается. Ну и хрен найдешь. Опа, золото вижу. Вот так уж, последний раз оглянуться, посмотреть, то вдруг. Нет. Просто нет. Ладно, поплыли. А то мы опять... Уже пол серии прошло, мы опять до гномика не добрались. Да как так-то? И вот мы умеем делать, профессионально умеем делать. Заниматься чем угодно, кроме выполнения квеста. Давай стрывай быстрее. Я не понимаю, почему ты решил служить Одину? Он сказал, карьера. Тогда я был молод, имел амбиции. Асы обладали невиданной силой, но им явно не хватало стратегий. Так, нам как бы налево. И собранности, и мудрого совета. И все это я мог им обеспечить. В другой раз продолжим. Руины древние. Каких тут много будет, да? Я даю так. Блин, а что с ним драться, да, надо? Сын. Слушаюсь. Погоди, а я могу это? Вот он уходит, ходит. А я могу просто взять и забрать еще одна карта сокровищ. Могу. Подожди, а дай-ка это. Секунду. Карта сокровищ, это. Это два козла. Вечный мороз, гендарные чары. Ну я не знаю, где эти места. Вот это еще можно попробовать поискать. Ты вообще, блин. Труп. Найди труп. Да вот все в трупах. Так, это. Тоже я там искал, ты не в том месте, а в другом. Ну, вот тут можно попробовать, но что-то как-то это... Ладно. Я просто с этим драться не хочу, это трата времени такая.
А иногда еще и камней. А он, походу, хочет. А, нет. Я думал, там бежит на меня. Не, так а что, нормально, нафига мне на него нападать? Не, серьезно. Слышу. Пора бой. Сейчас зайдем. Так, а это у нас этот артефакт, я понял. Эти кости источают магию. Наверное, это Гульвейк. Может, возьмем? Вдруг так, нам взяли. Попадутся остальные. Призрак лжет тебе, сын. Я не знаю. Я знал много призраков. И они лгут. Но этот другой, я уверен. Ты знаешь очень мало. А, погоди секундочку, тут же у нас цель. А какая, погоди, цель-то? Погоди, а, с ним все-таки надо... А, я понял, с ним драться надо. По квесту надо драться. Ты че в него швыряешь, ты дебил? Сейчас нарвется ведь, а? Ладно, давай драться. Приготовься! Смотри, бейсбол, нано! Хорош, ловил. Давай еще раз. Нано! Вот этот, хватай. Какой хватай, бьем. Раз уж просел, надо бить. Так, хорошо, скинулись. Лёха. Не, это я брать не буду, она сейчас дарится. Вот, а я про что. Ну, давай. Ой-ой-ой, я понял. Перепутал. Чуть было не было, смотри. Держи. А, ешь. Нет, так, не, так дело не пойдет. Оно взрывается. Так а я что делаю? Андрюха, ты кэп очевидность, бляха-муха. Ну серьезно. Да все, добили его, давай. Топорик-то у нас нормальный, прокачанный. Смотри. Бабыть. Ну, это вообще на изи. Андрюх, ты ушибелку это вызови. Вот и все. Так, топор не верни, нормально. Вот, в принципе, просьбу призрака мы выполнили. А, колдовская печать защиты. Отравлению. Так, отравление мне как бы до лампочки. Так, это взяли. Белку запусти. Блин, белка классная. Урод! Кто? Подожди, да белка нам кинула? А что она обзывается? Наверное, орехи надо было едать, а? Так, это все работает. Дальше нам куда? Дальше нам... А, ну вот мы тут высадились и... А, нет, мы тут еще не высадились, нам дальше туда. Я понял. Погоди, так мы выполнили же миссию. Узнайте судьбу Валькирии, повидите Валькирию, ну это понятно. Гномы, непокорные духи. Кости, а я где их найду-то? А, подожди, мир огня, используйте стол миров, чтобы пройти мус... А, так нам подожди, нам Муспельхейм нужно. Конечно, я. Я понял. А, вот там мы как раз и этот, а, добудем для улучшения клинков. Мир огня нам надо, все, я понял. Видеть бы ее еще разок. Так, нам сюда, да? Почему ты ему веришь? Ты не знаешь его, не знаешь, кем он был. Подожди. Да, нам сюда. Он хочет снова увидеть ту, которую любил. Я могу это понять. Мне кажется, тут нет ничего дурного. Надежда притупляет чутье, сын. Давай там это, да. Раз как гость тут опять сидит, смотри-ка. Мы тут по делу пьем. А он что? Я вообще не понимаю, тут вот страсть его всем помогать. Зачем? Кажется, я говорил, что асам хватало сил, но не хватало стратегии. Да, было дело. Итак, бродяга из далекой глуши оказался советником Одина, которому тот доверял чуть ли не как себе. И такая власть, парень, надо признать, дает свои преимущества. В другой раз продолжим. В смысле? А чё это? Воробей слышу. Так, хорошо. Синдри, бляха-муха, а ты не мог это телепортироваться там? Когда найдете точильный камень, обращайтесь с ним предельно осторожно. Это же бесценная реликвия.
Так, в принципе, мы ничего не получали такого. То есть там куда? Нам дальше пойдем, да? А, реликвия у него бесценная. Поплыли. Как у него рука поднялась на отца? Невероятно, правда? В смысле? Ты нам тоже бомбу засадил? Мы знаем лишь одну половину Стрелу истории. Или что там? Но все-таки, это же отец. Да, я на тебя иногда злюсь, но ведь... Подожди, ну, я же правильно понял, что он нам стрелу засадил как раз? Но я бы не ударил тебя в спину. Да. По-моему, он нам засадил стрелу, у меня почему-то такое ощущение. И как нам войти? Надо как-то поднять ворота. Сейчас, подожди, посмотрим. Может, водяное колесо? Я так думаю. Так, свойство поднять решетку. Хорошо. Ай, подожди, не сюда. О, здорово. А в смысле разбойники? Это ж эти. А как это разбойники, если я так круто эти диски скопанки? Да ж твари эти, Дэвид. Сейчас взорвется, да? Взрывайся. Нет? А, в смысле, ты хп с помощью устанавливаешь? Так, ладно, я понял. Идите по-хорошему, давайте сделаем вот так. Вот и все. Не, мне вот эта атака прям вообще нравится. О! Давай, Андрюха! Бежим, 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 бежим! Пасть врём! Давай, давай, бьем! Да-да, я бью, бью, бью! Да что ты делаешь? Ага. Давай, Андрюха! Где топорик? Опа! Эй, зараза, чё ж он не возвращается сам-то, а, когда это, в бою-то уж мог бы. Так, а чё жду, добивай. Вот, молодец. Слушай, ну белка, это прям вообще классная штука, она и общается прикольно. Ну как общается прикольно? Ругается. Ну ругается-то прикольно. А не просто так. Так, давай посмотрим, тут что. А, отвисли. Я думал, там что-то ведёрка, ещё что. Так, опять лаборатория, да, чё-то? Давай сломаем. Так, на всякий случай. А как мне тогда попасть вон туда? Ладно, пошли, посмотрим. Ну что, что, Андрюха? Я от это? Ты чё как первый раз? Вот. Пойдем. Реально, как первый раз, ты прикинь. Хорош так. Так это, подожди, это не то. Это просто ништяки. Я-то думал, там этот проходит. Не, ну не сказать, что против, конечно, но все-таки. Так, нам нужно вот сюда как-то что-то с этим придумать, я понял. А, во. Нет? Как нет? Так, так, так. Хорошо, цепь. Нет. Что мы можем сломать? Или починить? Смотри, она заблокирована цепь, я понял. Так, а как бы... Нам нужно вот это перерубить? Нет. Так, секунду, пока не понял. Пока давай разбираться. Это взрывается ли это что-то? Это фигня какая-то. Фигня какая-то. Ну да! А, во, я понял. А, вон ворот. Все, я понял. Пойдем. Не-не-не. Я даже не хочу с ними общаться, я пошел. А время на них тратить еще зачем? Нафига нам это надо? Оп. Это чего? А что такое? А не могу я ничего делать. Ладно, убедил. Убедили. Пойдем эту морду сломаем. За кем за ними-то он один? А, нет, два. Все? Есть. Да. Пошли. Суть-то в чем? Я колечки не могу дернуть это. Веревочку.
Вот теперь могу. А, смотри, это не веревочка, не верзи. А, то есть мы за, обратно плывем, это, не плывем, да? А, не, погоди, нормально все. А это рука. А, нет, не рука. Как не рука-то, а? Я думал, это рука Валькирии. Ладно, понял, плывем. Хорошо, плывем, плывем, плывем. Поехали. И когда ты злишься? Что? На меня. Когда? А, ну... Когда ты говоришь, что я чего-то не могу, а я могу. Человеку сложно признаться в том, короче, что он... Короче, я понял. Я мелкий. Ну где может быть этот камень? Так он там! А чё, он точно с ней драться хочет? Точно. Ладно. Давай сразу. Первая корона, вторая по короне. Вот этот был первый. Смотри-ка. Вот это вот сейчас был вот второй. И вот это давай. Надо. А теперь давай все, добивающий. Я же говорю, по короне все, пошел. В принципе, за ульту взяли и разломали его. А, ну кстати, давай поломаем. А то что мне с ней потом драться со мной неохота? А вот этот вроде как КП еще осталось, как раз, на чуть-чуть. Что-нибудь сломать голову. Вот этому, например. А смотри, он килит с полу теперь. Так, нормально. Ах ты скотина, падай. А, давай последний. А, ладно. А я изрывается. Так, все, да? Мы красавчики, мы красавчики. Вдвойне. Вдвою. А что, логика? Так, тут мне не надо, это я пока оставлю на всякий случай. Вдруг мало я там подбитый пойду. Пускай оно будет. Так, туда, конечно, фиг там. Я понял. А, вон. Я про тот чемодан помню. Но там вход был с обратной стороны. Скорее всего, мы оттуда выходить будем. Что такое? Поэтому этот, за решеткой, который был. Там, где водяная, водяное колесо. Поэтому я пока сильно не гружусь. Пойди сюда. Слушай. Так, а дальше так, что? Запишу это в дневник. Ну, запиши, не знаю. Андрюха, вот смотри, ты вот есть такой умный, есть какой-то фига классный, мудрый и так далее. Типа. А чё ж ты не можешь найти-то, как там куда пройти? Почему все время я да я? Я да я, я да я. Ага, понял. Так, нам, в принципе, наверное, сюда, да? Или двигать надо? Не, нормально. Так, все, хорошо, пошли. Опа, вот и чемоданчик. А, подожди, это другой, по-моему, нет? Да, это другой. Так, Андрюха, ну-ка, это, вот, жахни. Хорош. Так, это что? Это вот сюда. Вот он чемодан, да? Как нет-то? Где чемодан мой? Где мое сокровище? Эй, подожди, подожди, подожди. Не чешется. Где мое сокровище, я вас прошу? Воробья слышу. Так, топорик. Чего-то я тут уже запутался. Так, слышишь, справа воробей. Где там? А походу не здесь. Это отражение или это столько золота? Он там за углом, я понял. Погоди. А я для чего мы так говорим? А, ну вот, да. Да где вот только что заползали? Ну, нормально. Так, чемодан есть. Хорошо. Так, давай-ка вот сюда. Слушай, вот смотри, реально, мы сейчас столько всего сделали за это время. А, сделали кучу, в принципе, побочек. Ну как, ну в принципе, да. Куча не куча, но какие-то побочки мы сделали. А у мышки ни хрена же не улучшилось у нас. Вот серьезно. Ровным счетом ни черта. Я про то, что... Осторожно! А, да, уйди. Ах да, я от Сейдра. Тихо, кого не любишь?
Я про то, что говорю, сделали, у нас ничего не улучшилось, оружие не улучшилось. А броню новую мы создать не можем. Соответственно, вопрос, а что делать-то? То есть валькирию, походу, нам нужно, видимо, первую завалить какую-нибудь. И после этого что-то пойдет, да? Мне кажется, так. Иначе она как-то логики нету в этом. Делать побочки, чтобы ничего не получалось. Да что такое? Ну чешется и все. Не, ну нам нужно в этот сгонять. Скажи мне, я скажу, как он называется. В мир огня. То есть по-любому там клинки мы должны улучшить. Это Мильхельм или как он называется. Наверное, в следующей серии это сделаем. Сейчас пока пошли посмотрим. Так. А, вон. Что там случилось? Где? О, так правильно, тут всякие монстры ходят. А я еще удивляюсь, а где разбойники? Так вот. А я сейчас драугров превратятся, да? А, секундочку. Это мне что нужно, где сломать? Ну, возьми. То мне совесть не позволит пройти мимо халявы. Секунду, а как мне это опустить? Так, не вариант. Ну да, где-то тут что-то надо вот с этим придумать. А, ну... Конечно. А, то есть она не блокируется. Ой, в смысле, это блокируется, нормально. Хорошо. Да что ты его ловишь? Ничего ему не будет. Он с мирового змея вывалился. Очукался. О, я в порядке. Из снега вылез. Из сугроба. А ты его тут ловишь. Лететь-то, блин, 5 метров. О, мыха. А вот и сын. Эй, откуда узнал? Того призрака? Как ты узнал? Вот знак. Такой же был на кинжале в спине его отца. Он своего добился, но удержать не смог. То есть между того, что ли, пересрались? Подлость рождает подлость. А, ну да. Видимо, команда не ужилась с тем, кто убил своего отца. Он думал, что готов вести, и заплатил жизнью. Похоже. Взгляни-ка, у его ног. Точильный камень, да? Да, им они разбили ему голову. Правда? Фу. Надо об этом Синдри сказать. При этом, Впереди, брат! Заедь! Давай вот так! Давай прошибаем его, по самое не могу! Конечно, давай, а! Давай, R3! Мы его тоже прошибли! Вот он нас так немножко с ног сбил, а мы-то вообще, смотри, он... Прописали по самое не могу! Вот это нормально! Ну давай, ладно, давай вот так! Он замахивается, тоже дома крутит. Все. Так, теперь давай смотреть, кто там по мне пуляет. Так. А, во. Держи! Держи зубами! Вертикально кидаю, горизонтально кидаю, нормально. Поймал. Да, потому что... так, секунду. Эпичный принят талисман. Это древнюю реликвию Акелия когда-то сочли слишком могущественным. Ну, это понятно. Развитая перчатка веков. Что она делает? Так. Так. Не, ну, в принципе, если мы вот это вот сделаем... А, слушай, я же даже забыл это. Что я могу делать? Это надо так, это... Ага. Ну, давай, я так понимаю, разбитая перчатка. Да, перчатка. Наверное, ее надо как-то пока это... Отложить, потом, если вдруг соберем, получится, это будет хорошо. Так, Андрюха, где-то. Да что такое? Ну, чешется, если, ну, это вообще капец. Ну, нос чешется. Аллергия, что ли, напылькает? Так, ярость у меня полная. Андрюх, заряди туда. Вот. А что, толку это не ломается? А, понятно. Давайте не рычаг. Хотя я не понимаю, он горы крушит. Почему не может наломать досточку?
Это очень странно. Сделали бы такого, что тогда придумали, что какая-нибудь магическая она. Еще что-то такое, ну вот визуально. Тут логика была. И какая тут нафиг логика? Это ж все по мифам. Какая логика в мифах? Ну такой. А чё? О. Всё, то у меня установили, то минус установили. Отлично, хорошо. Хорошо, попрыгали. Правильно, когда батя сильный. Чё бы они слабые не были. Не надо, попробуй с ними. Эй, блин, твои стрелы как зубочистки будут использовать. Умный такой вообще. Так, это берем. Сын. Читай. Ладно. А, все, это вот он выход, я понял. Нам сюда пока не надо. Я и делать не могу пока ничего. Тут свиток. Это написал сын. Ух ты, так много там. Так, вот смотри, как раз, я же говорил на будущее согласиться этот, пригодится. Лучше бы он подумал до, а не после. Не пришлось бы локти кусать. Да? А, на любом случае пошел. Ты еще пошел, да. Нету. Хорошо бы отнести это его отцу. Хранилище. Зачем? А, блин. Я там ничего сделал. Я понял. В принципе, обратно, наверное, можно плыть. Но как бы это... Зачем? Ну-ка, Андрюха, давай-ка. Нам. Да. Во. И вот туда я хотел сходить. Тут же какой-то проход куда-то есть. Там мы спрыгнули, слазили. Тут проплывем, возьмем. Ну-ка давай, какой-то ништяки, да, по-любому. Точно. А, это там этот как раз чемодан. Который был в дверьми. Ну вот и все. Все, видишь, пазл сложился. Во. Вот он, да-да-да-да-да-да-да. Оп. Вот, да, это выход. И все, плыли обратно. По-любому нам сейчас гномик-гомик что-нибудь делает. Прикольное. Не знаю, заточит, еще что-нибудь такое, не знаю, топор там. Оружие. Клинки. Ну, в принципе, да, все, можно плыть. Заодно сейчас золото немножко подберем. Так-то его дофигища, вот когда нужно было, его не было. Как только оно появилось, оно стало резко ненужным, потому что его даже использовать некуда. Там на улучшение где-то, на броню еще что-то. А получается, и улучшать-то особо нечего. Так, давай сюда. А, не. Я думал, там в воде что-то типа золото подобрать. Они выстрелятся так. Знаешь, что думаю? Давай-ка мы сейчас, даже прикол ради, в конце серии попробуем в Валькирии сходить. Так, а как мне попасть сюда? Тем более, что мне нужно эту птичку... Одина завалить. А, так мы сюда и плывем, да? Да. Как мне сюда пришвартоваться? Мне пришвартоваться нужно слева, я понял. А, так это ж Синдри тут. А, нет. Так, во-первых, давай откроем. Синдри вон там, да. А почему мы не можем проплыть тем путем, которым мы сюда заплыли? Там вроде ничего, что там не было с ним. По времени, ну, блин. Ладно, посмотрим. На Валькирию. На Валькирию так и надо бы дернуться. Надо бы. Просто хотя бы посмотреть, реально сейчас хоть какую-то Валькирию победить или нет. Со времени все хуже. Ладно, давай Валькирию посмотрим сейчас. Открывай. Вот если мы сейчас еще полтора часа будем отсюда выбирать, то, конечно, Валькирию точно не вариант. Сейчас в течение пары минут что-то сделаем, то почему бы нет? Пойдем. Так, это нормально. 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 Вроде все взяли. Просто посмотри, что тут еще мог оставить. Там открыли. Тут. Ты что буянишь, слышь? Пришел к пиратам в гости, блин. Взял, разжимил половину логова. Так это золото, эгир или как там. Забирай его.
Вроде я не знаю, мы вроде ничего не забыли, поэтому, ну, что забыли, то ладно. О чем это вроде... я? Ты стал доверенным советником Одина. Ага. Знаешь что, я попозже расскажу. Да. Вы случайно не нашли... Нашли мы твой камень. О, чудесно! Необычные пятна. Нет. Им одному разбойнику башку раскололи. О, чудесно. А это вам за труды. Рукоятка кресла Фармарт. Легендар без галя топора. Новый камень. Вид у него не ой. Так, что-то как-то... Ну, что-то как-то слышь. Но он так и пульсирует магией. Гномик, гномик, верно. Опять, опять он нас скинул. Смотри, что предлагаю. Пошли попробуем все-таки это. К валькирии забуриться. Подожди, а ее ж тут нету. Черт. А где она была-то? Она, наверное, в другом мире. Ладно, давай тогда в какой там мир? Огненный мир сейчас сходим. Потому что, ну как сходим, мы туда телепортируемся. Сейчас подожди, я сейчас посмотрю по карте. Где валькирия? Она же где-то в центре была. Что, она реально в другом мире просто в центре была? Хельхейм. Ты как так-то? Может, ты помнишь, спустились под храм? И там была валькирия. И это было, по-моему, здесь. Мы как раз такая сокровищницу там у кого искали, не помню. Да ладно, не, ну серьезно что ли? Я был уверен, что у валькирии одна здесь есть. Хорошо, как называется Хельхейм? Ну-ка, секунду. У нас... а, так, цели. Я вот тут хотел посмотреть, смотри. Мир огня. Тайнопись собрали. Хеймская тайнопись. Отправиться в Мусльхейм. Так, хорошо. По идее, мы тайнопись собрали. А, ну да, я понял. То есть, в принципе, мы должны доступ были открыть сначала, я понял. Сейчас мы даже отследить пока не можем. Допустим, мир огня. Мусльхейм, Мусльхейм, что такое, да? Ванахейм. А, Муспельхейм. Вот, он этот, да, это смотрит. А там я понял, там тайная пить надо собирать. Все, сообразил. И мы так и не сходили, по-моему, в правую часть храма, нет? Где нужно было тоже открыть. Прочитать. Сейчас глянем. Я смотрю, что за мир огня такой. Я не думал, что он прям большой. Что иначе это было как-то нелогично. Что делать надо миссию какую-то, а здоровенный мир. Мне кажется, это было бы дупль. Поэтому скорее зашли, порешали, ушли. Хотя кто их знает. Мне просто кажется, вот тут уже должен быть этот, искра, это не искра, огонь. Так, ну мы в этом миру. А, да тут только валькирия, гандюль. Ну давай проверим на ней. Гандюль! Пойдем драться. Ого! Тут жарко. Но это что? Так, стаганнуху. Пепел это. Такое бывает от больших пожаров. Весь этот мир великий пожар. Колыбель всего огня. А если так верить легендам, то и колыбель солнца завалено и звезд. А им можно верить? Мы же здесь, но мы не горим. Пока. Но понимаешь, вероятно, огонь здесь успел остыть с момента зарождения мира. В Нифльхейме сейчас тоже не так уж холодно. Такова природа вещей, крайности со временем умеряются. Огонь прогорает, люди сидеют и стареют, отрубленные головы болтаются на поясе. Такова жизнь. Ну, да, ясный не поспоришь. Мир. Давай, короче, посмотрим, огребем мы не огребем. А, так, ну знаешь, как делаем? Мы вот так вот делаем. Ну хотя бы проверим. Стоит ли нам уже на валькирии дергаться? Или рановато? Или стоит? Она просто тут рядышком должна быть. А, смотри, заодно это открыть. Опять ты тут?
В смысле? Ничего я не понял. Еще один. Тут сказано Сур. Огненный великан? О, а, наверное, подземки. Собственной персоной. Сын. Иду. Ну да, она, скорее всего, где-то это, в подземке. Блин, я думал, сейчас вышли, спустились. Слышишь? Как тогда, и это. Слышишь голос? Нифига. Снова эльф. Нет, не похоже. Доносится оттуда. Куда? Сейчас, 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 чисто проверить. А, ну да. То есть мы как-то вот так обошли туда-сюда. Да, да. Я понял. Голос! Прямо за поворотом. Ой. Это огромный меч. Он спрашивает, готовы ли мы к тренировке. Не-не. Ладно, давай тогда с Валькирией пока не будем заморачиваться. Что-то мне подскажет, тут что-то другое. Надо пошариться. На этом пока что давай что. Все. Все ссылки в описании под видео. Серия понравилась, большой палец вверх. Оставляй комментарий и подписывайся на канал, если еще не подписан. Всем удачи, всем пока.